В общем, вы типа не ожидали. Ну, всем привет, с вами Топ 3 Майнерс. Бига. Новая серия по Сталкеру. В этой серии мы поможем дядьке Яру. И первым делом закупим патронов, короче. Торгуем с ним. Так, сейчас. Нам. Козёл. Короче, я хотел на кимпу закупить. Ну ладно, наверное, 20 пуль, но хватит. Ты заглядывай, тут весело бывает. Так, дальше нам нужно... Так, короче, такое... Максимальный вес плюс 12 килограмм. Так, ну это на пожарку. Будем всегда с собой носить. И пошлите сейчас... Так, делаем. Вот. Ну рассказывай, я весь внимание. О, дали консервы. Ну, он типа их дарил, но я там перелетывал. Там спрашиваем. Все, понеслась. Все. Так, наверное, все нормально. Че за... Ой, я пули не взял. Еще лучше. У нас калаш. Супер такой. Типа калаш. И сейчас он будет с нами болтать. Тихое местечко. Если к местному населению с расспросами не лезть. Так, классно. Спокойно тут, как на курорте. В общем, очень скучно добираемся до этой развалины. Так, стоп. Где мы? На игрока? Ага. По идее, если сюда реально забирем, вот так подойдем, повернемся и будем в тебя стрелять. Так не получится делать, попробуйте. Я пробовал. О, классно. С полной графикой. Будто у него зрение плохое. Почти пришли! Ну, хотя неплохое, типа фокусируется. Там, вот здесь. Так. Еще немного. И домой. Еще немного. И домой. Фонарик пусть всегда будет включенный. Давай бегом сюда, сейчас самое интересное начнется. Вот сейчас и глянем, прав я был или нет. Вот это типа наемники, которые еще будут встречаться нам в последней миссии. То есть не последний, там один квест в Припяти. Будет он называться «Один выстрел». Так. Черт, извините. А ну выноси, сволочи! Вопросов язык чешется. Оно и понятно. Чё б не поговорить? А чё б поговорить? Так. Чё тут вообще? О, 6 штук. Красавчик. Так. А, ещё получены координаты тайника. Короче, он там мне рассказал. Будь здоров. Спасибо, я сам. И вот тут так. Нет, я подожди. Нет. Нет. Вот. Видели? Вот я его только что убил, да? Вот, короче, чую. А где его? А, кимпой не задумал валить. Так, это все забираю, наверное. Пистолет тоже. В общем, вот только что я его убил, да? На ваших глазах, типа. И вот он, трупак, да, вот здесь будет лежать его ж не. Странно, но я его в башку прям пырнул, что-то не умер. Ладно. Моя метка. О, а вот и пули. В общем, мы тут всех перестреляли, убили этого парня. У него был детектор Велес, как до... У него должен был быть детектор Велес.
фигня. А ведь для чего я его-то убивал? Ну, ладно. Так. Не-не-не, сейчас. А чё, не кипой вот. Шик. СВД. Оп, оп. Полностью прокачанная или даже не прокачанная, ну ладно. Так. Раз. Так, ну-ка поставим на автоматический режим, да, вот все. Так, думаю, сейчас тот самый момент, когда нам нужно ставить этот артефакт сюда. Вот оно. И сколько сейчас максимум? Почти как в экзоскелете. Хотя главное наемников следовать. Берем все. Нифига! Вешался со стволами, козел. Стоп. Пострел сюда. Тан-тан-тан-тан. Нифига, он подобрал пушку наемника. Чё, совсем офигел? О! Так, это все забираем тоже. Так, у него тоже. У него тоже. И у него тоже. Кто там остался? Так, вот сейчас найдем этого главного, который здесь был. Ну, как там его звали? Так, нет, это какой-то не главный, Артём Везунчик. Тут должно быть одно прозвище такое. Типа Блейд. Всем, кто меня слышит, приближается выброс. Срочно ищите на него. Йохан, да, Бобик. Так, так, быстро бросай, что надо, бросай. Бросай, что я из духу, бросай, выброс начался, барана. Так, это нам не надо, это... Так, они хотят. Так, нет. Все, короче, вот. Выброс найти, пути, пойдем. Скоро, монета падает. Это не время смотреть на это. Бункер ученых рядом. Его тоже скоро прискочим в будущих сериях. А сейчас... Надо втопить на базу! Беги, энергетик, опачки! Блино! Еще хуже, значит! Так, я почти дошел, надеюсь, не вступил. А, нет, стойте, я хочу ачиху получить! Наркоман хренов! О! Аклимат! Так, выброс закончился. Все, возвращаемся на базу. Энергетик даже все, когда он выбрал. Сколько он еще будет? Все, так. Кто еще вдруг там? Нежданчик какой-нибудь, там всего 6 минут перезаряжаю. И все. Мы расстреляли наемников и зомбировали. Стоп! Ну-ка! Воу, полная графика, это вообще круто, шейдеры. Если для Майнкрафта туда поставить, то комп пришел. Давай заходим. Спокойно. Здравствуй, ну, сталкер. Ну, удачи тебе. Всем. Ну-ка. Так, и еще раз. Ну, надо, блин, на контролера тоже сходить. А то он тоже про контролера. Подходи, брат, у меня как в гре. Себе списывает. Так, что можно сразу? Это тебе, это. Подъем сразу. Тоже. И это. Так, вроде бы эти пули у меня тоже не было, этих пуль. Пистолет продаем такой.
А не, хотя муж крутой даже. Это тоже тебе. Сегодня твой день, типа. Так, на улице какая-то война, походу. Ничего себе, на 5 штук целых. Продать. Скоро будет 300 тысяч. К концу игры надо вообще много накопить. Так, теперь пошли. Покедова! Что за... Что мне там здоровье тратится само по себе? Радиация, что ли? Полечимся. Ты по какому делу? Я вообще не к тебе. Привет, брат! Так, это что за фигня? Что это, радиация такая мощная? Что-то ты бледный. Может, уколь? Опа, медицинская помощь, посмотрим. Все, так, подхилились, так, теперь глот. Еще лучше. Будь здоров. Ну вот, вроде тратится. Где у меня есть сердце? Под хвост катится. Ни хабара, никакого парка. Немножко это, фейл. Все. Теперь идем. Азот. Азот. Хаюшки! Так, мне надо брать. Опа. Так. О, меня ни разу не попали, классно. Чиним все. Ой. Тоже чиним, не знаю чем. О! Фишки прислал 6x. Давайте. Зачем? Так, это починим за 3800. Все запомнили? 3800, значит, да? Пойдем продадим. Бывай! Будет ли нам выгода за это? Так, слушай. Фигня. Черт, дерьмо. Все сразу. Капец тупо. А где же эти детекторы велят достать? Не знаю вообще. Хоть яйца запекать. Хотя там быстрее. Оп. Птички. Тоже. Вот, теперь нам продадим это все. Денег, черного, бля, золотая рыбка вообще была фигня. А в чистом небе это имбовный артефакт и максимальный вес, который увеличил на 30 килограмм. Вообще. Так, это тоже и это. Еще вот это. И это. Все четко. Еще на 5 тысяч. И остается 26, значит, что там еще там набрали. Пойдем типа медику. Ему тоже надо продать. Что-то ты... Вот. Аптечек должно быть 5. Биттоп должно быть 10. Армейские аптечки. Откуда? О, дорогие. Продадим. Этих 2. Это мне вообще нафиг не надо. Сколько стоит? 600. Пойдет. Так, этого всего по 2. Это тоже по 2. Так. Этого пусть много будет. Ну вот. Вот как-то так у меня было. А на этом всем до новых счастливо встреч. Не болей. Короче, это конец серии. В будущем собираюсь начать новый проект. Вот, то есть даже много. Продолжить Ace of Spades. Во-первых, уже на не бете, на полной версии. Там добавили очень много 4 классов. Потом пройти метро. Ой, какое метро? Да, метро тоже. И пройти этот Dead Island Riptide, да. С друзьями, конечно же. Потом метро Last Light пройти, Луч Надежды тоже пройти. Потом продолжить летсплей по Майнкрафту, наверное, даже. На той карте, конечно же. Ну, не буду, конечно, говорить, какой. Все потом узнаете, когда мы будем это делать. Возможно, еще даже... О, кто-то в кровати обоссался. Возможно, Биошок, конечно. Это еще только мы думаем. Я думаю. Ну, может, пройду. Инфинит новый. А на этом... Заходи, мэн! Анархист, хренут. Еще наркоман. Еще с усами такой борзый. Легкой дороги! Вроде бы это не эти... Как их там называют? На улице и сидят... Увлекся. Всем до новых встреч. Подписывайтесь на канал. Заметил, этого парня тут не сидит. Ставьте лайки. Всем, наверное, пока. Все, давайте. Удачи, зрители. С вами был Бигман.